Призраки объединились и захватили маяк тьмы. Я боюсь, что в одиночку мы с ними не справимся. Удачи вам, ребята! Что-то они там задумали. Теперь я призрачный Кирилл. И не забудь подписаться на канал Кирилла и нажать на колокольчик. Стоп, что? Ничего. Слушай, чем дальше, тем интереснее. Кирилл, из тебя вышел замечательный призрак. А из тебя отличный охотник. Я захватил радиорубку, и теперь я управляю маяком тьмы. Ну что, призраки, настало время объединиться и показать, кто самый главный в Ньюбери. Молодец, Кирилл, мы готовы. Настало время повернуть поворотный механизм. Рыбьи головешки, коровья лазер, всем приготовиться к бою. К бою готово. О нет, как такое произошло? Когда призраки успели пробраться на маяк тьмы? Наверное, это произошло, когда мы с тобой проводили испытание вечного двигателя. Ах, да, точно. О, привет, это я, Кирилл, умник-разумник, и ты в Лиге умников-разумников. И сегодня, походу, мы не углядели за призраками. Они захватили маяк тьмы. Кирилл, скорее запускай приложение Лего Hidden Sight. Я думаю, с его помощью мы быстро и легко победим призраков. Ой-ой-ой, Джереми, я думаю, то, что у нас в одиночку может и не получиться, ведь призраки объединились в целую команду. Джереми, я думаю, нам срочно надо позвать на помощь Джека и Паркер. Эй, я слышал, здесь кому-то нужна помощь охотников за призраками. Да, вы нам поможете? Все правильно сделали. Мы всегда готовы прийти на помощь. О, Джек, Паркер, как же я вам рад. Посмотрите, что произошло. Призраки объединились и захватили маяк тьмы. Я боюсь, что в одиночку мы с ними не справимся. Кирилл, не переживай. Сейчас мы с тобой сыграем в новом многопользовательском режиме. А я пока возьму свой фонарик и пойду патрулировать окрестности в поисках призраков. Отлично, Джереми, а я буду патрулировать с воды. Удачи вам, ребята! Что-то они там задумали. Кирилл, я должна тебе открыть очень важный секрет. В многопользовательском режиме можно играть не только за охотника, но и за призрака. Ух ты, Паркер, это же здорово! Ведь древние сенсеи говорят, чтобы победить врага, надо знать, как враг думает. Поэтому, Паркер, я сыграю на стороне призраков. Они меня примут за своего, и я смогу узнать их секреты. Ого! Кирилл, какой ты умный! Как здорово ты придумал! Да, мы в Лиге умников-разумников все очень умные ребята. Хо-хо, умные да разумные! Сейчас мы вам покажем! О нет, Паркер, посмотри, призраки уже начали активироваться. Значит, пора в игру. Скорей, нужно запускать приложение. Кирилл, ну что, как договаривались, я захожу за охотника. А я за призрака. Смотри, видишь, какой большой город Ньюбери, сколько в нем локаций. Нам с тобой нужно выбрать маяк. Так, отлично, и теперь? Теперь я выбираю друзья. Здорово, сейчас мы с тобой будем играть вместе. Так, но сначала мне нужно найти маяк. Сейчас мы его с тобой просканируем. Так, ну что, сейчас совмещай контур вместе с самим маяком. И еще немного. Готово! Отлично, и что дальше? Дальше будь внимателен, сейчас уже появился код 20886. Отлично, я его ввел. Так, смотрим, должен появиться игрок 1. Я нажимаю играть в многопользовательском режиме. Так, игрок 1 найдено, играть. Отлично, так, мы все нашлись. Ух ты! Вау! Так, лови призраков! Я буду ловить призраков, и первым делом мне нужно открыть вот это
место. А я, походу, сам призрак. Совещаю. Все правильно, Кирилл, мы с тобой этого и хотели. Угу. Ух ты! Мини-фигурка активирована! Ура, Джек, молодец, помогай мне! Так. А, можно активировать еще одну фигурку, ну-ка. А я тут бегаю по карте вообще-то и собираю эктоплазму, и сейчас буду атаковать маяк. Что ж такое, у меня не получается. Ну же, давай. Ну как, ты там справляешься? Я вот, например, отлично справляюсь с расстреливанием маяка. Ой-ой-ой. Так, а какого ты цвета, подскажи мне? Я сейчас в желтом спектре. В желтом? Так, сейчас тогда я должна поменять на желтый спектр и... Я стреляю по JB, представляешь? Так. Ой-ой-ой, нет. JB, я должна спасти тебя. Так, вот, я вижу тебя. Меня видишь? Так, все. Сейчас я тебя расстреляю. А я, кстати, уже в синем спектре. Ой-ой-ой, у меня перегрев в синий спектр. Так, срочно должно вернуть. Опа, в синий спектр. JB, я вижу тебя, помогай. Отлично. Так, в синем спектре ищем. Где же ты, призрак? А я тут собрал еще эктоплазмы. Отлично. Ой-ой-ой, у меня перегрев в это время случился опять. Вот ты где. Но пока что ты не попадаешь. Ой-ой-ой. О, исчез. Так. Ой, я прячусь. А, я тебя видела. Ай-яй-яй, по мне прилетело. А ты метко стреляешь. Метко. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, где же ты? А я ищу эктоплазму. Ох, сколько я сейчас ее наберу. Перегрев. Ой-ой-ой. Ой. Зато охотники набрали уже 11 баллов. Отлично. Зато призраки 59. Ничего-ничего. Так, откуда ты стреляешь? Вот. А, я не стреляю, я прячусь. Ха-ха, все. А теперь ищи сколько хочешь. Так, я... Джек, помогай искать. Давай, JB, помогай. Ой-ой-ой, где же он стреляет? Подсказкой можешь сменить спектр. На какой? А вот попробую угадать. Так, попробую сменить на красный. Ну-ка. Так, и ищем. Где же призрак? Вот он, отлично. Ага, Кирилл, я тебя нашла. Ой-ой-ой. Как весело играть вместе. Ура! У меня получилось. А ты точно меня нашла? А я тут вылезаю, тут уже стреляю по верхнему этажу. Ай-яй-яй. Срочно найти его. Так, где же ты спрятался? Подскажи мне. А я тут прыгаю по горам за маяком. Вот и где, да. Ну же, почти. Я использовал бонус и очень быстрый. JB, я вижу тебя. Давай, помогай мне. Вот он. Обстреливаю маяк. Так, на, вот сюда. А, стоп, я обстреливаю Джека. Так. Так, еще немножко, еще чуть-чуть. Кирилл, из тебя вышел замечательный призрак. А из тебя отличный охотник. Так, уже 6 из 7 целей заражено, точнее, призрачное. О, нет. О, ничего себе, я даже сейчас как-то запищал. Так, ты куда-то спрятался. Так. О, все. Результаты процесса одержимости завершен. О, нет. Ха-ха, я выиграл. Ну что, теперь мы знаем, как действуют призраки. Ха-ха, это было здорово. О, да, это было очень здорово. И, по-моему, из меня получился отличный призрак. О, да, Кирилл, я такого еще никогда не видела. Получается, я правильно понял, что Кирилл теперь с нами на стороне призраков? Да-да, ты правильно понял меня, скелет. Теперь я призрачный Кирилл. О, походу призраки меня приняли за своего. Какой же ты молодец, Кирилл! Как здорово у тебя получается! Спасибо, Паркер! А впереди нас ждет очень большое сражение с призраками. Если ты хочешь его увидеть, то обязательно поставь лайк под это видео. И не забудь подписаться на канал Кирилла и нажать на колокольчик. Стоп, что? Ничего. Слушай, чем дальше, тем интереснее. Приходи почаще в Лигу умников-разумников. Пока! А я тут, пожалуй, на подольше задержусь. Сколько на этом канале интересных видео!